Аллилуйя, аллилуйя. И следующий духовный акт мы должны совершить. Константин со своей семьей, Анастасия. Слава Богу! Слава Богу, что мы живая церковь. Слава Богу, что мы слышим Его направление. Слава Богу, что Бог не молчащий Бог. Он говорящий Бог. И если наши сердца открыты, Он всегда вкладывает какие-то желания. И слава Богу, что эти желания, мы реализуем их. Аминь. И вот Константин, он занимался здесь молитвенным служением, служением ходатайства. И Бог проговорил в его сердце, и Бог вложил в его сердце оставить Новосибирск и поехать в Москву вместе со своей семьей. Не знаю, знает ли он, чем он там будет заниматься, но это его уже личное. Но мы как церковь должны благословить их на выходе. Там есть церковь наша в Москве, хорошая церковь. Они приедут туда, их примут, их там уже ждут. И они будут служить, они будут трудиться на Ниве Божией в городе Москве. Ну что, отпустим их или не отпустим? Как просить будут, да? Давайте помолимся. Отец, спасибо Тебе. Спасибо Тебе за эту драгоценную семью. Спасибо Тебе за устройство, которое очевидно в этом доме, в этой семье. Спасибо Тебе, что они жаждут. И спасибо Тебе, что они ищут Твоего лица. Спасибо Тебе, что они хотят прожить свою жизнь в соответствии с Твоей волей. И они ищут Твоего лица, и они ищут Твоей воли. Спасибо Тебе, Господь, что Ты вкладываешь в их открытые сердца Твои пути и Твои маршруты. И мы как церковь, мы приходим к Тебе, Господь, и просим благословения для них. Поставь свою печать благословения для них. Благослови их путь, благослови их дорогу. И пусть, когда они приедут в то место, которое Ты указал им, пусть они видят еще больше чудес. Пусть они еще больше знамений видят. Пусть они больше еще подтверждения видят и слышат в том месте, куда они придут. В том месте, куда Ты призываешь их. Благослови их, Господь. Благослови, оберегай, защищай, храни их. Пусть Твоя мудрость будет на них. Пусть Твои знания открываются им. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Пусть Твои ангелы оберегают, защищают, хранят их. Пусть они найдут свое место, где Ты желаешь видеть их. И пусть они будут благословлены во всем. Аллилуйя! Воздай славу Богу, народ Божий. Давайте также благословим три раза. Аминь, 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 аминь.